Всем доброе утро. Маме достала сумку. Мама будет себе слаживать. На экстренный случай. Специально ей сумку достал, бы она все в пакет свела. В пакете все послаживала, куда же она годится. Сейчас мама себе сложит всю сумку. Шутки шутками, а не дай бог шуток первое. Первое, что надо, схватить сумку с документами. Необходимые там продукты, вещи. Ну, все равно в кармашке у тебя есть сумка, здоровая, это все повлаживает, это все, это же не в пакете. Ты, конечно, например, брат, никто сумку наплачет. А я так же сам приготовлю все. Ведь тушенка, консервы, молоко сгущенное и три паштета. Тоже тушенка. Надо будет положить. И сухарики. И вина. Это на всякий случай. Я тоже вначале сумку сложил. В такую ненадежную. А так лучше в такую. Положу себе это и все. Знаете, как оно береженого. Бог бережет. Так и это. Лучше послаживать на всякий случай. Конечно, чтобы оно и не было такого случая, но все равно. В бок еще надо спички положить. Пару свечек. Это такое, что первая, говорится, необходимость. Не дай бог. Схватил себе это и все. И побежал, как говорится. Или в машину, или куда, без понятия. Ну, это все уже готово. Это именно с продуктами. Тут у нас и с документами лежат. Вот так. Приготовились. Все осталось, чтобы мама себе сумку приготовила. Но мама уже слаживает себе сумку. То лучше, чем в пакете. Все влиза? Я что знаю, что влиза. Да такие пару, одну пару штанил, какие-то носки тепли. Так его клады. Богато не клады. Не дай бог, что-то такая кофта, что-то так его поклады. Таблетки обязательно. Документы, вещи себе теплые положишь, то и все. Таблетки обязательно бери. Таблетки бери и обязательно бери цей. С собой что давление мерят, и не дай бог, чтобы на стол поставил. То и все. Мама уже и сухари суши на батареи. Для чего тебе эти сухари? Как я сухари накуплял. А? Для чего тебе сухари сушить? А сухарики тебе? На что? Где такие, что не видно, забыла? Ну, нема. А то что, только одна кофточка? Ну, я не знаю. Одна кофточка. Я не знаю, где это дело. Да футболочка видишь. Без понятия. Ну, одну футболку, багато не набираю. Чтоб дві ходи. Таке, чтобы на... Мало собой, не дай Бог, то и все. На переменку. Може, воно і не пригодиться, але все равно ваші по телевізору так предупреждають. Лучше собратися та ще, бо ти пакети поскладала, воно де в пакети? Ну ж, порозриваються пакети. А так сумочку, раз я взяв сумку, ти виніс. Носки не беру. Та боже, які ти теплі носки береш, ти навіть і обув не вдінеш. Ну. Та для чого тобі такі носки? Це носки в хаті ходити. Ти такі береш, щоб собі в обув могла запхати, а ти такі візьмеш, що і не вдінеш. Вот такие. Ну, а та як ти вдінеш ті носки, ти їх не вдінеш. Та для чого тобі сапоги? Сапоги ти на ноги вдінеш. Для чого ти в сумку кладеш сапоги? Ну, сумку я ж зараз не надіваю. Ну, так клади, як хочеш. Клади. Сумочку шугнула, так що. Ну, та став, як хочеш, так клади. Сапожки зверну. Рукавички. Ти ж боса не будеш виходити, все равно. Будеш обувь одівати. То там доля. Рукавиці, шапку. А я на неї кидаю, матінька. Доля, да, доля. Під курточкою мамина.
У тебя же курточка там, где карманы, аж черные, не отстирывается. Тупор натерся тряпочками, и хай будет. Пока мама там собирает себе сумку, я открою мясо куриное, чуть поджарю. Достал капусту квашеную, чуть картошки. Сейчас это все стушу. Я люблю такую, и мама тоже любит. Лук уже почистил. Морковка, видите, осталась в сарае. Я уже занес домой. Вот. И накрывал тряпками. Вроде в сарае такого мороза нету сильного, что аж так холодно. Мороз-то есть. А вот все равно морковка замерзла. Я уже побоялся и занес им картошку домой. И буряк все позаносил там, коляню, спальню. Жалко. Не знаю, вроде же заходишь, в сарае такой дубарины нету. А все равно примерзает. И тряпками понакрывал. Все равно. Уже пускай лучше будет у Коли. Спальня там лежит. Много, конечно, у нас нету. Я там запасов аж так много не делал. Но все равно жалко и того, что есть, чтобы оно замерзло. Та ти що, ще одні береш сапоги? Що? Та ти не бери, це ж в хаті, мама. Для чого вони тобі треба? Це ж в хаті носити. Ого, та ти вже напхала ціла сумка. То прийдеться тобі ще одну сумку чи що? Та дивись, скільки ти понабирала. А ну, полотенце треба. Може, де ще? Та халат взяла, та дінуть. Халат? А де ти будеш в халаті ходити? Де? Халат. Де в халаті? В якій хаті? Хто знає? Не дай Бог, ти в якій ти хаті опинишся, в якій хаті? В якій хаті? То ж тобі показують навіть по телевізору, не дай Бог, в метро чи що, побіжали, бо Бог я знає, що воно може случитися. Необхідність таке, що штани собі теплі, кофту, світер, а халат де? Не знаєш, в якій хаті будеш, я откуда знаю, в якій хаті? То й не брати полотенця. То я, мама, не знаю, ти таке набираєш, в якій хаті, то ж в гостиницю не вбіжиш. Ти ж бачиш по телевізору, як люди куди тікають? Бачила? Ой. Не знати, мама. Може, воно і не пригодиться. Але на всякий случай треба сумочку тримати. Ну, сапоги якраз будеш ложкою зувати. Ти ж туфлі не будеш зувати. Ну, та бери, кидай. Там в тебе ж кармашки є туди у сумки. Отам у кармашки. Його, отуди з боку. Я ще таблетки не пила. Та там другий кармашек є, і посередині ще карман є. Так, воду. Ти не брати. Воду не бери, воду не бери. Для чого? Не бери, воду не бери, не треба. Не треба, бо ти не закрутиш добре, розольється, і все в тебе буде мокре. Ти вже раз так в машині зробила. Ну. Помниш, ні? От. Не треба, воду не бери. Шапочку. Ти, головне, свої речі бери, а воду, їду, то я візьму, а ти... Вещи себе собирай. И документы, и все. А документы у меня дома. Просто зверху поклади, ніхто не каже, щоб ти так було. Просто зверху, щоб воно на всякі пожарні було. Та й все. Ну, така капуста наша тушена. М'ясо, картошечка. Який запашок. Вот и все. Все, закрыла уже свои чемоданы. Позакрывала свои чемоданы? Да не, я еще не заперла, бо буду трубку. О, Господи. А она что тебе, морку притащила на кровать? Ты Доля. Морку. Ты чего приперлась на кровать? Морку притащила. Долечка, есть корм, морковочка и корм. Вильчик уже поел, удрог маме. И чалик та же самое ест. Но он морковку слабо ест. Да, уже Вильчик пошел. Чалик и тарелки. Артист.
Мама еще слаживает. До сих пор еще не сложила. То есть там слаживает, слаживает и никак не может. А что ты, мать, кладешь зубную щетку, так? Мам, зубную щетку хочешь покласть? Хотела ножнички, чтобы я нюхать. Не вижу. Но у тебя маленькие, ты великие не будут резать. Мали, мама, бери. Великие тебе не обрежут, треба мали брать.